Но у нас не прям такой будет большой, например. Все будет в меру. Все будет четко, так как это. А дальнейшее? Пускаем сюда это. Планировщик. Он это все дело отпланирует в горизонте. Потом завезем сюда ПГС, его утрамбуем, а на него уже будем дальше смотреть, что будет посредством. Лучше, конечно, сделать правильный. Ну, не получится правильный, может быть, трапеция, да, чтобы побольше территории как бы задействовать. Завести земли, посеять туда траву газонную, да, чтобы она была плотной. И там что-то можно, тоже какие-то виды спорта. Да, ну, да, зеленая зона – это для фитнеса. Девочки пришли там, потянулись там туда-сюда, да. Естественно, для... с ограниченной возможностью. Тоже бетон там будет, тренажер, чтобы они подъехали. А где-то резиновый, погоди, ну, небольшой участок, но вот можно сделать. Да. Заезд, допустим, для людей с ограниченной возможностью, чтобы, допустим, здесь не ходили через толпу. У нас же, спасибо администрации города, сделали сейчас там заезд на парашюте. Сейчас задача, вот к весеннему периоду, когда можно начать строить, собирать средства. Везде в сетях размещаться. Вот, смотрите. Вот какие-то вы хотели эти боксы такие, мне рассказывали, хотели выписать где-то там, не знаю, куда можно пожертвование. Уже все идет. 14 числа мне придут уже боксы. Люди точно будут? Да, 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 да. Да? Я... Нет, ну, потом уже можно до этот сам, до пьяной жахнуть, правильно, пробежку. Ну, хуже некого, блядь, потом. Знаешь, вот это, смотрю, как люди, да, слепят что-то, потом долепливать, потом лучше сразу предусмотреть, что хочу. Ну как, вот есть полянка. Сейчас хватит, смотри, соберем на этот самый. На 2-3 этажа. Нет, вам кажется, что это маленькая площадка? Нормально. Нет, она площадка там здоровая. И вот потом куда, вот, допустим, в угол уйти, там вот то, что ты говорил, детское можно вот тот закуток сделать. Да, 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 я говорю, что будет какой-то закуточек, вот это все посмотрим. Прямое, прямое, это для таких вот вещей, а уже там детей-то надо знать. Вот этот проект, если его действительно сделать, он затронет вообще много проектов. Все, если босс говорит, что он готов, все. Безвозмездно. Надо, да, надо вот все готовить, планировку и все. Ребята, глава города нас полностью поддержит. Какие-то ресурсы подвыделит. То есть, ну, будем делать, все будем. Призываю людей, если есть люди активные, которые могут где-то больше идей подкинуть, сократить наши сроки, как говорится, вот этих всех моментов. Пожалуйста, я только за, чтобы в мою команду попал такой грамотный и хороший человек, который действительно хочет для общества вот таких побольше площадок, и чтобы детки и все радовались. Все, спасибо.